Единая концепция школьного курса истории должна, по замыслам членов правительства России, появиться уже в конце нынешнего года. Сейчас по регионам страны проходят обсуждения ученых-историков о правильном курсе преподавания этой науки. Должна быть предложена для широкого обсуждения концепция создания, концепция структуры будущего учебника, а также проект историко-культурного стандарта для средней школы. По итогам научных конференций рязанские историки собираются направить свои предложения и рекомендации в Москву авторам так называемого единого учебника истории. В нашем университете на кафедре истории России трудятся 10 докторов исторических наук. Это очень сильный потенциал по российским меркам. Впрочем, в обществе возникают вопросы насчет единого учебника. Авторы уже сейчас обнаружили более 30 спорных тем отечественной истории, ведь фактически на совершение любого крупного государственного деятеля России существует несколько точек зрения. И какой стороны будут придерживаться авторы учебника, патриотической или либеральной, пока непонятно. Также не вполне ясно и кто будет утверждать единую концепцию – ученые-историки или же политики из разных партий. В противном случае обсуждение по важному государственному вопросу о преподавании истории в общеобразовательных школах затянутся на долгие месяцы, а может и годы. Такая вот история.